Всем добрый солнечный день. Погода у нас сегодня сумасшедшая. То дождь, то снег, то солнышко выглядывает. Как-то совсем нестабильно. Давно у нас не было поступлений в связи с перерывом этим из-за коронавируса, наверное, все это связано. Но что у нас есть? Есть антуриумы красивые. Сорт Ливиум в 17 горшочке. 4 штучки у нас будет. Они, конечно, подороже, чем в 14 горшке, но зато они пышнее. Один кустик мы рассадим и, соответственно, деленочки мы в группу разместим. Антуриум сорт Sierra Magic. Вот с такой вот толстой тычиночкой. Конечно, без транспортировочных травм тут не обойтись. Но я думаю, что главное, чтобы само растение было живо, да, и здорово. Рипсолидопсисы. Здесь цвет оранжевый. Но, возможно, раскроется красным. Но я надеюсь, что это будет оранжевый, потому что я вот очень хотела. Вообще, у меня есть идея фикс, не знаю почему. Я хочу несколько цветов посадить в один горшок и сделать вот такой красивый микс, чтобы он разросся и был таким ярким миксом, солнышком таким разноцветным. И вот такой вот розовенький, нежный. У меня их 2 кустика розовеньких и 6 штучек оранжевых. Есть вот такой кактусенок. Мамка и детеныш. Я думаю, что он должен быть цветущим. Может быть, кто-то знает сорт. Подскажите, пожалуйста, из кактусолюбов. Потому что это было в миксе. Конкретного названия нет, поэтому я вас не хочу обманывать по сорту, какой он тут есть. Ну, конечно же, биркины, филодендроны наши, красавчики. Все как на подбор. Дорогу длинную свою, долгую, пережили хорошо. Раскрою секрет, будет деленочек немного. Кто писал там бронь до цены, мы решили сделать так. Кого цена не устраивает, можете взять деленочками, там дешевле. Кто хочет целым кустиком, пожалуйста, берите. 11 штучек мы оставили. А кто хочет на деленочки, потом в альбоме в группе можете подписаться. И там уже, наверное, бронь поставить непосредственно под самим растением, под деленкой. Здесь у нас антуриум шоколадный гуан шоколад сорт. Яркий, глянцевый, хороший такой, да? Есть, конечно, и потемнее полотно, но в целом, когда полотно вызревшее, оно яркое такое, прям насыщенное, сочное. Еще и у нас есть вот такой тоже с глянцем Violet Heart. Сердечко такое, да, красивое? Или вот тут, ну, не такое, но транспортировочные травмы есть. Вот целенькая, да? Красивенький. Желтый кончик на тычиночке. Очень красивый. Но это не самый крупный цветочек, который есть. Вот, наверное, самый крупный. Самый красивый. И он большущий. Чтобы вы понимали размер. Вот, да, идет Violet Heart и Ливиум в 17-м. Violet в 21-м. Разница огромная, да? Диффенбахию не могу не показать. Вот она такая красавица у нас стоит. Новые трубочки разворачивает с прошлого поступления. Тут нисколько не изменилось. Все у нее хорошо. Мы даже ее ни разу не поливали, потому что она с тех пор была очень сырая. И вот только-только начала относительно нормально так просыхать. В прошлом году у нас был не совсем удачный опыт пересадки по ней. Поэтому мы решили целиком ее пока оставить. Кто хочет, может ее выкупить, кто любит крупномеры. Но вот сейчас, когда она подсохнет, мы немножко дождемся по времени еще чуть-чуть. Вот сейчас солнышко побольше будет. И мы ее польем с каким-нибудь фунгицидом, либо, может быть, чисто флор против корневой гнили. И все. И будем через пару недель, может, потом пересаживать после полива. Ну, примерно месяц еще нужен для того, чтобы нам ее пересадить. Кто просил деленки, я пока не могу. Вы уж меня простите. Вот.
Но кто хочет действительно целый крупный мир, пожалуйста, можете взять сейчас. И я вам могу фунгициды дать, которые у меня есть, что бенорад, что квадрикс, они все будут отлично помогут, если даже вдруг какая-то будет корневая гниль. Но я вот сейчас уверена, что у него ничего нет, потому что ни пятен, ни каких-то подозрений нет на гниль, ни увяданий, листья все стоят, тургор не хороший. Вот. Но я, в общем-то, не поэтому, у нас же привоз новый, а я по-старому. Так, что еще? Наверное, все. Все, что было, я уже рассказала. Много тут ничего не добавишь. Ну, конечно, громадина она просто огромный. Сейчас поближе. Вот такой он. Насыщенный фиолетовый цвет. Любимый тоже. Яркие, красивые. И биркины. Еще раз покажу их. Яркие, яркие, красивущие. Закупка состоится вот на этой неделе. Снова закупаю растения. Сказали, что отгрузка будет в понедельник пораньше, чтобы растения уже к воскресенью были у нас в Кирове. Получается, если они у нас в понедельник отгружаются, это у нас будет там 23 число, да, то считай, вот уже в воскресенье не будут у нас новый привоз. Там красивые глаши. И так, куча всего. Вот наш магазинчик, наш утеплитель изолон, толстенький фольгированный, металлизированный. Антуриумы у нас болеют, антуриумы болеют у нас. Скорее бы солнышко побольше. Вот калладиум у нас цельный, который целый горшок остался, вот он целый расправился, весь хороший стал попышнее, и новые росты пошли. Деленки, кстати, тоже пришли в себя. Капризничали, но ничего. Красоты много. Сивок у нас шикарный. Девочки, кто хотел, приходите. Смотрите, какой крупный. Шикарный. Белый вообще. Растет, конечно, местами, но пока вот так вот. Хороший. Из самых крупных у нас вот тут вот бонус. Самый хороший. Вот такой. Мы их по-хорошему их просушили. И у нас теперь хранение, наверное, соответствует уже нужным показателям. Не знаю, это как называется. Характеристикам для хранения. Лежат хорошо, сухонько им. И от двери немножечко им тут прохладнее будет. И радсемка тоже. Шикарный просто. Тоже есть крупные. Вон луковки-то прям вообще здоровые. Штутгарден. Хороший лук. Это уж я попутно захватила много всего. Рассказала не только про привоз, но и вообще. Ну, в общем-то, сейчас все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. Если есть желание присоединиться к нам в группу, можете добавляться. Ссылочку я в описании под видео оставлю. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Можете ставить уведомления, чтобы получать первыми уведомления о том, что у нас вышло новое видео. Ну и, конечно, подписывайтесь. Нам будет очень приятно новым подписчикам. И, кстати, у нас в группе скоро уже 7000 человек. Я так давно об этом мечтала. Думала, ну, скоро ли. Я думала, в 2020 году точно у нас будет 7000. И вот скоро будет уже. Ждем, не дождемся. Может быть, какой-то конкурс даже устроим. Ну все, пока-пока.